В городе Кант стартовал 17-й чемпионат Кыргызской Республики по футболу среди ветеранов. В нынешнем сезоне регламент соревнований изменился. Теперь в ветеранском чемпионате две лиги – высшая и первая. В высшей лиге чемпионат представлен командами Абдышата, Наше, Наурус, Алга, Каинда, Химик, Алтынтоп, Талас, Токио и казахстанский Дастар. Первая лига также представлена 10 командами. Сегодня мы к первому туру подошли уже с полным багажом, так как недавно прошли наши ежегодные игры, турнир Байчичике, где участвует 8 команд, занимавшие 8 мест прошлого чемпионата. И сегодня такой день футбольный, у всех настроение, весенняя погода. И я с этим сегодняшним началом тура чемпионата ветеранов желаю всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, семье, благополучия и футбольного долголетия. Первый тур завершился со следующими результатами. Футболисты Абдышаты со счетом 10-0 разгромили команду Токио. Футбольный коллектив «Наши» со счетом 3-0 обыграл «Талас». «Алга» с аналогичным счетом нанесла поражение «Химику». «Наурус» забил 3 безответных мяча в ворота «Алтынтопа». А «Дастар» со счетом 3-1 выиграл у «Каинды». Таким образом, после первого тура по 3 очка набрали футбольные коллективы «Абдышата», «Наши», «Наурус», «Алга» и «Дастар». А возглавляет турнирную таблицу благодаря разнице мячей канская Абдышата.